Да, она вообще как-то поменьше, касса. Кто, ну, а я не понял, кто в мою косу полез? Дикей. Чё-чё? Чё, блин, по чужим косам лазишь, блин? Да нет, моя. Твоя? Я как бы твой зал. Не знаю, блин. Ну, это уже на второй площадке был, у меня на первой был. Блин, здесь Маулер сидит, там Дикей, а, здесь Маклен 66. Да, Дикей, а мне показывают на эту косу. Так я что же? Что за нахер, блин, ну-ка. Надел, вроде мне вторую площадку дали, я такой подбегаю, блин. Смотри, наглым образом чувак залезает в мою косу, блин, читаю, Дикей, блин. Какой-то Маклейн на косе тоже. Да, да, да. На сайте. Так. Так я еще прыгнул на сколько после тебя? Он такой появляется этот. Борт, короче, такой проявляется. Я типа торможу, и вдруг мне взад вылетает другая коса. Ты видел, я прям в тебя влетел. Да. Атакуем демон. То есть я увидел твою кабину у себя в кабине. Ай-ай-ай. Надо, короче, прыгать по очереди как-то. Вообще, я говорю, сейчас это звено, это лишнее. Ну, попробовать нету, надо, блин. У тебя сейчас нету никаких точных индикаторов чего-то там, как. Чтобы это все звено составить. Индикаторы, блин. Скорость с целью сравнял, так и будем летать. А как ты собираешься летать? Так затормози, ты как вот едешь, блин. Прыгать, видишь, мы уже узнали, что прыгать так не надо, блин. Пас для здоровья, блин. А если бы мы вот воевали с кем-то, блин, и так сделать? Понятно. Так, я сажусь. Назовите ваш идентификационный номер. Эл Рикхед. Есть. Понял. Папа на пам не попал. Я даже вот эту красную точку его прожду. Готов. Оба-на. О, Дикей появился. О, блин. Это, пойду на Вэлл. Так, так, так. Вертунжо, вот он прилетел этот. Я понял. О, это круто, блин. Сейчас он застрелит. На гладиаторе, блин. Блин, вообще неуправляемый корабль какой-то. Да, блин, а пушки-то как греются. Мама, как они летают-то, блин? Как они вандулы летают? Он отпрыгнул. Ушел. Он ушел. Опа, на кто по мне стреляет? А, битвет здесь, битвет здесь. За демоном, демон, осторожно, по тебе. Да, вы лучше, блин, уходите, если... Еще один. Еще прилетел. Волк, квах какой-то, блин. Я по нему начинаю работать. Волк, квах. Какой-то розовый взрыв от этих самых. От ракет вандульских. Короче, лучше всего держать цель вверху экрана.
Вот тут. А? Я убит. Да? Блин. Ну, два. Эй, ёпта, как это в самолете? Блин, тут хрен этот медведь летает. Ну, два ху я уже, блин, самолет разобрал. Готов. Медведь. Короче, как Супер Хорнет летал с масс-драйвером наверху. Я нацелился. Пока они, блин, не остыли, не нагрелись. Чё же он не помрёт-то? Вау, 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 кто-то в меня врезался. Блять, постоянно перегрев, наверное. Да что, подруга. Я по нему попадаю по нему и пятым размером, и первыми. У него вообще там одна кабина не осталась. Да, он все еще летает. Да, ну нафиг, я сейчас в него так попал прям хорошо, он живой. Кстати говоря, я вот сколько не маневрирую, даже ни разу еще без сознанку, даже не пытался уйти. Хотя, ну, как бы должен корабль такой. Быстрый должен быть. Готов. Пах. Ёпрос это, наконец-то. Есть еще кто-то. Пивот. Табля. Понял, понял. Ёпрос. И раб. Тоже сабля. Я раб атакую. Так, почему я на дикея переключился? Есть, прошелся по нему прям по прямой. Так, раб. Раб. Тоже сабля. Бах. Андрей, Варета, Рита. Да, Рита, берем тут. Я к вам лечу. Пейте мне ради. Братья вандулы.
Рабак, а ты на 460 сидишь, да? Не-не, я... под 60. А, 560. Так. Вот, кстати, по Рите, блин, урончик очень хорошо проходит. Вот даже самая базовая 560, в разы мощнее 450. Я на 560 нормально играл. На средневысоких. Оп. Есть? HyperX. М50. Вау. Airbag против лидера. Я разве не... Стреляй, да? Да-да. Блин, мне кажется, на 50 сейчас хер сам бьет. Как я, блин? Щиты передние его почти сбил. Если, блин, удачно мне... там дарить. Ох, удачно засандалил, блин. Да, я, блин, тоже в него сейчас попал с этих самых, с 5 размера, и почему-то меня взорвало. А, тебя взорвало? Видимо, как этого, вижу, как блин, демона. Да, вижу. Предупреждение у меня. Да, бывает три попадаются. Почему 50 сейчас вообще видно было? Три штуки его. Я сказал, что здесь не так уж греются. Да. Может быть даже касат почти. Вы на козах, да, будет? Я сейчас на глейф возьму. Глейф и коз. Прям как он был сборный. Не говори. Опять же самый раз. Причем он так медленно набирает буст, что это вообще просто жесть. Да, и тратит его моментально. Да, у него, видимо, нет этих. Наборники слабоваты. Да, я вообще не вижу толком. У нас двигает компьютер, как и торчат того. Блин, зря хранил. Зомбаланд, блин. Кстати, ракеты у косы, они довольно точные. То есть они они так, часто конь, догоняют конь. Цели. Ой, конь атакую. Что там, конь? Да. Я вас понял. Первый раз услышал, как корабль говорит. По этим, по двигателям. Я уже не знаю, куда стрелять. По двигателям. По кабине, блин. По двигателям, только по двигателям сейчас. Да? Ты быстрее двигателя ему отобьешь, он безоружный останется. Чем кабину наваляешь. А еще он летать не может, когда у него нету двигателя. Точно, блин.
Я даже когда один на один, я даже один на один на поврежденном коне против идеально целого коня победил спокойно, благодаря тому, что я ему двигатель отстрелил одной пушкой. То есть у меня только одна пушка была. А, это парень, походу на меня атакует. Как бы не с руки, а с руки его. Раз, тем более двигателем. Он же меня, по-моему, ни разу не попал, блин, но... Падет, может мало не показаться. У него пушки все еще целые почему-то. Он на крузе, что ли? Кажется, мы ему что-то отстрелили. Толстого вообще. Как у него еще двигатели работают? Ну сейчас щит восстановится. Сосиска остался, но все равно будет летать. Еще и стреляет почему-то. Они еще чуть-чуть бафнули. Нет, живой. Ракеты на кого-то, на вас. И на тебя там ракеты так шли, опасно. Так, вот это, что за зомбаленд? Это он. Это же он. Он последние 15 минут атакуем, блин. Что он? Все, ушел.